Турачак едем. Дорога уже будет вот такая вся. Если чищенная. А если не чищенная, то даже не знаю. Сзади два бульдозера сидят. Покажи бульдозером. Это наш пилот. Водитель экстра-класса. Повернуться не могу. Да, да. Это один бульдозер. Да, это К-700. А третий развернуться не может. А третий только руководить. Городов веселых, и никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, 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 не петляла бы лыжня, кабы. Что-то половину ски крыши скинул, половина осталась. А все время лето мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через рукавы. Лед на речке бы не замерз, кабы, кабы, кабы. Лед на речке бы не замерз, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы в городах и селах. И не замерзает. Красиво проводим. Вот крутые Сережки. Да понятно, у тебя. Знаешь, на скорости. Нашел горный Алтай. Я тебе сказал, крутые, крутые повороты. Это мы приехали в сугроб. Серега, осторожно. Вы-то я не знаю, но это тоже нахер. Вся снегуки. Конечно, нахрен. Крутые, крутые повороты. Это мы приехали в сугроб. Вы-то я не знаю, но это тоже нахер. Экстраводитель Суганов. Конечно, нахрен. Так, экстрим начинается. Серьезно, экстра водитель Шугану. Это да. Ну ничего. Ты экстрим-то снял? Экстрим снял, а как? У него рука не трогала. Ты, бля, на дорогу смотри. И шепотом. Люб, я ж не могу подсказывать, когда я снимаю. Это дела все. Классно, нет, да? Классно. Нет, он-то классно, я тебя сниму. Это после сугроба машина такая. Но это еще мало. Про это он начал искать, кто будет смеяться. Люб, ты где? Вот она. Вот она я, вот она. Да, ну лебедь. А вот это только тише. Вот за лебедь. Давай тише смотри. Лебедь. Ну, что-то тише. Учиться как-то.
12 ночи сюда приехали, врача подарить, понимаешь? А потемнело где-то часов 10, я уже теперь начала. И ты не представляешь, как вот мы по этой вот так прямо через город Алтайск ехали, и вот так вот серпантин дорога, вот эти вот бугры, ну ночью ехать, конечно. И дождь шел, да, Володь, по-моему, дождь? Вот, сколько вот, снега на вот этом. Она, вот, смотри, вот сейчас как игрушка. Вот сейчас, вот. И там дома, чтобы сколько снега. Прям сказка. Вот забор какой красивый. Домик сфотографируй. Видишь, как из снега.
не вылазили. Да, она скажет, что это дорога. Сайкина. Возвращается. С фотосессии пришли. Ну как, фотосессия удачно, нет? Мой перевернули дом.
Новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем. А веселые зверюшки мной перевернули дом. Новогодние игрушки, свечи, хлопушки в нем. А веселые зверюшки мной перевернули дом. Давай, давай, давай. Ну сбросят в этом. Я подожду. На голову накинь. Все, все. На голову. Давай на вас. А? На голову. Вот, привет всем. Это я на границе Кемеровской области и Алтайского края. Республики Алтай. Поехали. Поехали. Красиво. Какая панорама вот эта. Здесь красиво. Ну что, девчата, помаленькая, я помню, много пьяненькой. Брежная. Тайга. Да, вот по видишь, тайга. По крылом самолет, нет, о чем-то поет. Это вот когда смотришь, да, вот понимаешь, что такое тайга. Вот зайди туда, Люба. Фиг выберешься. Да, Люба, вот. Выросла в тайге. Нет, ну елки высокие, не знаю, я не удивляюсь. Раньше я не понимала, как... Елки-то... Ладно, высокие, а снегу-то сверх головы. Нет, ну, а летом даже, летом люди идут за грибами, вот теряются. У нас тоже. Ну, а что-то новогодние прогулки прям идут. Поездка в Санта-Клаус, Деда Мороза. Поиска Деда Мороза. Да, поиска Деда Мороза. Ну, смотря кто деда искал, а кто Снегурочку. Поиска Деда Мороза со Снегурочкой. Нет, Снегурочку, пожалуйста, мне дайте без Деда Мороза. Вот где-то здесь я, Серега, твой кульбит повторял. Или ты мой кульбит повторял. Намек понял. Это стережение, да? Я и помню много пьяненькой. Пусть она злодеет, мужики. Ну что, девчата, помаленькая. И помню много пьяненькой. Мы на них набросим поводки. Ну что, девчата, помаленькая. И помню много пьяненькой. Пусть она злодеет, мужики. Ну что, девчата, помаленькая. Заказной. Пустыни!
А потом говорят, себе. А если бы мы остались в Новосибирске или Барнауле и топили, там бы столько же было. Сейчас в Новосибирске 30 с лишним. По лестнице бы хватило, мы топили 17 градусов. Да. А может и нет. Вон баня дымится. Свинюшку закололи. Шашлык жарить будем. А свинюшка-то дикая была, кабаном называлась. Да. Девки в баню, мужики на охоту. А водку-то будешь пить? Водку, да уже не пить. Уже не хочется. Это тот парень, который отказывается пить водку. Ибо он уже напился. Хотя вот некоторые дамского полу рассуждают иначе. Говорят, что будут сегодня переходят на сухое вино. То есть скоро они тоже, наверное, бросят. Вчера было пиво, позавчера. С водкой. Класс, водка. А с утра шампанское некоторые употребляли. При отсутствующих плохо не говорят, но употребляли. Самые первые. А какая природа. Надо бы сдвинуть челюш. А чтоб сосны-то были видны. Ну туда подальше. Сейчас возьмем лопату. Где удалить-то? Вот это хозяин того кабанчика, которого мы сейчас будем жарить. Да, зажарим. Хозяин тайги. Хозяин тайги. Пока еще не вырубили. Вот леса будет. Хозяин пустыни будет. Повырубает здесь. Я думаю, вот на наше-то хватит поколение поснимать тайгу. А те уже камушки. Те посмотрят, совсем мало снимали. Да. Тем вот, только придется вот тут смотреть камеру. Уже вырубили горы, видать. Все там чисто поле. Несколько замерзшая.
Люба, машина. Дорожная ниже, да? Ну.